Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я для себя открываю еще один горизонт. Это такой вот красивый заброшенный пейзаж и очень старая дорога. Говорят, плохие дороги, но тут дорога вообще дорога. Вот как бы я в своем Мозыре нашел такую дорогу и очень крутой склон, очень крутые такие ямы. Может, когда-то этой дорогой кто-то пользовался, но суть не в этом. Очень живописный такой пейзаж. Мы вот по мере продвижения, я сделаю обзор 370. Вот я поднимаюсь, как бы, и все так прекрасно. Все зелено. Я обожаю зелень. Эта дорога ведет вообще ввысь, в самый верх. Мы не пойдем, мы попробуем посмотреть на город свысока. Вот здесь вроде бы можно это сделать. Вот там за деревьями видны крыши моего города. Склон очень крутой. Везде скользко, потому что грязь, потому что прошелся дождь, а здесь очень много грязи. Я с вами прощаюсь. Всего вам наилучшего. До скорых встреч. Смотрите канал Буфляр, ваш Алексей. Будьте счастливы, чтобы у вас не было в жизни грязи, а лишь только золото под ногами. Всего-всего. Будьте счастливы.